Дорогие харьковчане, сегодня наш враг вновь обстрелял город Харьков. Есть колоссальное инфраструктурное разрушение. Это прежде всего энергетическая система. Наши коммунальные службы вместе с энергетиками уже начали устранять то, что натворил враг. Я прошу вас отнестись с терпением к тому, что сейчас происходит. Я знаю, что в ваших домах нет света, отсутствует отопление, прекращена подача водоснабжения. Прошу вас воспользоваться пунктами незламности. Вы можете прийти туда, побыть там. Вас обеспечат питанием, вас обеспечат горячими напитками. Можно будет подзарядить мобильные телефоны. Мы сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки устранить все то, что натворил российский агрессор. Прошу вас соблюдать спокойствие и выдержку. Мы обязательно победим. Мы выдержим. Мы выстоим. Мы харьковчане.